Жители Тамаки выберут лучшую слинго-маму. В апреле в рамках республиканского фестиваля «Счастливая семья» состоится конкурс «Слинго-мама Башкортостана». До 31 марта принимаются заявки на участие в заочном этапе конкурса. Подробности на сайте mirmampap.ru. Мы приглашаем всех мам, слинго-мам, на наш конкурс. Участвуйте, побеждайте. Будет весело, будет позитивно. Приходите, подавайте заявки. В финал выйдут 8 претенденток. Участниц конкурса «Слинго-мама Башкортостана» ждут творческие задания и множество подарков от спонсоров. Победительница будет объявлена 29 апреля на республиканском фестивале «Счастливая семья». Генеральные медиапартнеры фестиваля – «Стерлитамакское телевидение», «Русское радио Стерлитамак» и газета «Стерлитамак неделя».